Приветствую вас, дорогие зрители и подписчики. Перед просмотром хотелось бы попросить, чтобы вы подписались на канал и поставили лайк под ролик, ведь ежедневно мы стараемся только для вас. Спасибо, а мы начинаем. На своей странице в Facebook Мария Захарова сообщила, что ее щенок по кличке Панди умер. Питомец скончался из-за серьезных болезней, обнаруженных в организме. Официальный представитель МИД РФ отметила, что за жизнь щенка специалисты боролись неделю. В последнее время Панди находился в стационаре. Энтерит, паравирусная инфекция и еще какая-то гадость победили. Еще два щенка из помета, как мне сказали, тоже умерли. Остальные болеют, рассказала Захарова. Она призналась, что очень тяжело переживает смерть щенка. Несмотря на то, что госслужащая взяла питомца из приюта совсем недавно, в конце ноября, Мария успела к нему привязаться. Вчера не было сил даже написать. Просто капали слезы. Всего день она провела дома, а как будто так было всегда, отметила Захарова. Дипломат вспомнила трогательный момент, связанный с Панди. Собака положила рядом с собой игрушечного щенка и долго смотрела на него. Мария пообещала, что в будущем снова заведет питомца из приюта, передает Пятый канал. Спасибо за просмотр. Пишите свое мнение об этом в комментарии. Если хотите видеть главные новости каждый день первым, подписывайтесь на канал и не забывайте нажать на колокольчик. До встречи!